я была на батутах, мы на аттракционах, мы с кадашками, агашками на море ездили. Еще мы как бы дома всегда, бывает, в гости друг к другу ходим, бывает, гуляем. В основном мы на прогулках, каникулы, иногда по подружкам ходим, иногда они к нам приходят. Я ездила в Коктебель, получается, в Ассель. Там мы отдыхаем, в бассейне купаемся, рисуем, у них ресторан есть. Там мы, когда иногда с ночевками остаемся, мы там, ну, блинчики, всякие коктейли. Ну, в этом году мы вообще коктейли много пили. Каждый день почти. На каникулах можно куда-то поехать. На море, на Орлен, в Ассель. Там два бассейна. И на Орлене, и в Ассель. Я много раз купалась. Ментательный пексивем вияши кечерем. Менбитамнин она талина угринем. Я провела каникулы очень хорошо. На море ездила, в отель ездила, в Астерай. Я хорошо провела каникулы. Ездила на море. На море рисовала. Очень красивый закат. Подарила мамочке. Мы поехали домой. И откуда-то появилась у нас по пути розочка. Я подарила маме. Ментательно яхши кечерем. Битамха барам минам уч битамбар. Лиля битам, зуде битам, ве расе битам. Бутюн тетелерны уларда кечерем. Хорошо, с пользой, без труда. Я читала, рисовала. Играли мы с Милек. Получили от этого хорошую пользу. Потому что это полезно. Ездила на море, помогала пасти коров, овец. Ездила в аквапарк. Каникулы – это здорово.